Hello, everyone. Try to find some beautiful mask. Окей, всем привет! Сегодня у нас будет очень интересный прямой эфир. Мы будем общаться с Михаилом Лавровским. Меня зовут Нина Тисейко. Меня попросили провести это интервью ребята из танцевального проекта. Он посвящен танцу, музыке, кино. Его можно найти на этой страничке, с которой я даю эфир, а также на страничке Dance Experience. Там проходят профильные мастер-классы с педагогами по всему миру. Вот, это очень интересный проект. Я сегодня буду общаться на двух языках, так как аудитория у нас англоговорящая в том числе. Поэтому мы будем делать небольшие паузы, я буду делать перевод того, что происходит в эфире. So, hi everyone, my name is Nina, and I was asked to take this interview by the guys from the Worldwide Dance Project, Film Music Dance, as you see. And this is a platform with open classes, concerts, interviews, live on Instagram, different styles and countries. And within the framework of the International Ballet Week, I'm going to interview today Mikhail Lavrovsky, one of the famous Soviet-Russian ballet dancer. Now he's a teacher of the Bolshoi Theater and artistic director of the Bolshoi Ballet Academy. And I'm so glad to be here with you and with Mikhail. And now we're waiting for a few minutes to Mikhail to connect to our live stream. So, and you guys have a lot of interest in today. Так, я очень рада быть здесь сегодня. Все, мы уже принимаем. Так. Здравствуйте. Добрый день. Очень рада. Взаимно. Тут чуть прерывается текст, к сожалению. Да? Да. Вот сейчас слышно. Ага. Хорошо, отлично. Да, слушаю вас. Так. Я буду дублировать перевод, как вы уже знаете. Да, да, да. Да, понял. Я вас представлю. So, guys, today we are going to interview Mikhail Lavrovsky. You can say hi, hello, and go on. Так, я, наверное, сначала буду задавать вам на русском, да, а потом мы будем дублировать тогда. Do as you like. Thank you. So, что для вас танец? Это самый первый вопрос и самый основной, так как платформа содержит в себе очень много разных стилей, и для каждого артиста, как вы понимаете, танец значит что-то свое. И вот нам очень интересно для артиста такого уровня, как ваш, что для вас танец? Это только профессия или что-то большее, или это было чем-то большим, а стало профессией как бы в основном? Вот интересно вот в это погрузиться. Ну, вы знаете, для меня... Ну, любой человек в своей душе должен быть художником. Любой. Даже самой бытовой профессии. Балет, вообще любое искусство, драматическое, опера, музыка, конечно, первая. Это возвышенная часть творчества человека, где он творит. Надо выразить себя. Надо как-то выищите момент, где то есть необходимо в чем выразить себя. Вот тем более балет... 50-х, но я еще учился в школе, 60-х годов, особенно, когда я с великим поколением моим и в Ленинграде, и в Москве, и в Америке, везде вошел на сцену, тогда это было очень почетно и
требовалось от хореографического искусства больших страстей, больших ставились на сцене произведений великих писателей, драматургов. И Достоевский, и Гюго, и ну, Спартак по... не обязательно по Говарду Фасту, по Джованни Оли, все. Понимаете, это все ставилось. И нужно было быть личностью на сцене. Это было интересно. У нас было сочетание большое физической силы, физических возможностей человека и, конечно, духовного начала, так сказать, мыслей, чувств, сердца. Ну и все, конечно, так сказать, это не мои слова, но все покрывает и утверждает любовь. Это, да, это всегда очень красиво. So, we asked Михаил, what is dance in his life and what does it mean for him? And he said that for me, a person should be an artist in whole life. It's very important to express yourself by a person and express your personality on the stage, and you must find yourself on the stage. In Soviet period, at the theaters, we performed was performed very very important themes. And very passionate, and all artists must show it on the stage. Спасибо. Okay. Так, дальше. Следующий вопрос. Почему, как вы стали артистом? Почему вы стали артистом? Что вас привело именно в балет? Почему это был балет? Несмотря на то, что ваш отец как бы был связан с балетом очень сильно, но вы же могли там, допустим, стать музыкантом или, не знаю, сценографом, то есть там, да, выбрать какую-то другую профессию. Были ли вы сильно связаны со своим отцом или все-таки как-то выбирали самостоятельно? Вы знаете, я остался без отца, мне было 9 лет. Он ушел из семьи. Он очень меня любил, очень любил отца. Но я, у меня разговор был с отцом, вот когда я уже стал, пришел в театр, еще последний год в школе. Ну, 3-4 разговора творческие, вообще о жизни. Ну и вообще до 9 лет я ни маму, ни папу не видел. Потому что они были, мы вначале на фронт ездили, потом мы были без конца в театре. Вот когда отец ушел, то мама занялась мной. Но я попал, к счастью, в балетное училище, как интернат он был тогда. И спасибо моим товарищам, в первую очередь, и моим педагогам там, что как-то я возмужал и стал ну, мужчиной. Вы понимаете? Тогда это было очень... После первого выезда Большого театра в 56-м году в Лондон, Центр культуры Европы, вот, после выезда туда, ой, большой, так сказать, имидж Большого театра поднялся очень высоко, вообще искусство хореографического. Ну и тут трудно сказать, это было настолько почетно, вы знаете, что, ну, как сказать, и потом у меня какие-то способности были. К музыке я бездарный, хотя обожаю музыку, стенографом мог быть, ну, как-то попал в балет. Во-первых, там было сочетание физическое и духовное, это мне очень близко. Вот так. Так. The second question was, why did you become a dancer? How did you become a dancer? And why did you choose ballet? You were obviously influenced by your father, but maybe there were other people and things that influenced you. Could you tell about your first steps, difficulties you faced, and etc.? So, Mikhail asked that. My dad left the family when I was kid. I talked to him 4 times in my life, I think. And after all, I started learn ballet by myself, and I'm very glad to and thankful for my teachers that give me sense and
And my step first steps on a stage and something like that. Следующий вопрос. Какие наиболее важные моменты были у вас в карьере? Может быть, какие-то интересные, понятно, что они были, но какие-то вот, допустим, вы сейчас можете вспомнить смешные моменты или какие-то казусы, или какие-то странные ситуации, из которых нужно было быстро находить решение. Они часто случаются в балете. Да. Ну, у меня, как сказать, ну, как многие актеры, это 62-й год, я начал с полного провала, потому что я приехал, мы первый раз выехали, я со своим поколением, в Соединенные Штаты Америки, ну, естественно, понимаете, это поразило меня. Только открылся железный занавес, и мы ничего подобного не видели. Мы были для них, так сказать, люди с другой планеты, и они для нас, это поразило. Ну, и наш великий танцовщик Николай Борисович Фадеевич в классе, он заболел, и где-то через полтора месяца мне пришлось танцевать баядерку с Тимофеем в Лос-Анджелесе. Ну, естественно, я, понимаете, все эти полтора месяца я не занимался. Я наслаждался Америкой, ходил, смотрел, первый раз пил Кока-Колу. Это было... Ну, и, конечно, это... Я даже костюм на себе свести не мог, я пополнел. Ну, и, в общем, это был позор. Ну, а потом, из приятных моментов, это Лондон тоже, и Лондон, 63-й год. Благодаря... Если что-то я буду прекращать, чтобы вам было легче переводить. Ну, может быть, да, это частями. Да, да, давай частями. Конечно, первое скажите, это потом. The next question was, what are the important, most important moments in your career, and what can you remember some funny stories, interesting, or maybe even weird from your ballet career? So, like many artists, I started my career from a failure. And at the very beginning of my career, we came to the USA. I was very amazed to perform La Bayadere, the very famous ballet. And I didn't had workout for this time and have a weight. So I cannot even pick my costume on me. And that was very weird, I think. So. Okay. Второй, вот 1963 год, это Лондон. Благодаря нашей блистательной балерине Стручковой я станцевал премьеру «Золушки» в Лондоне. Но я уже был в форме, станцевал достойно. Стручкова имела феноменальный успех, но я к нему примазался. А что вы танцевали? Я просто... «Золушка». Сен-Жерелла, да, «Золушка». One was the ballet Cinderella. 1963, yes. Yeah. It was a ballet Cinderella with amazing Stryuchkova, and it was phenomenal success for us, for Mikhail and ballerina, and it was another. Beautiful thing to remember. Она имела успех, я был рядом с ней. А я примазался. That she was had an amazing success, but he was near to her. Yes. Ну и потом, конечно, великий город Нью-Йорк. Тоже, то есть, 1966 уже. Я с Екатериной Максимовой, мы станцевали «Жизель», очень удачно станцевали. Я единственный из танцовщиков наших всех великих, и Фадеичев, и Лиепа, и Васильев. Я не имел, у меня была премьера «Жизель», но «Бессмертного» на Лебедином озере повредился ногу. Транслейт, я по-моему скажу, давайте. Перевините, so, да. We moved to... we moved. Где вы танцевали с Екатериной? Нью-Йорк, Метрополитен опера старый, The third
thing is when they went to New York to the Metropolitan Opera stage, they danced Cinderella. No. Giselle. With Katerina Maximova, and you need to perform with Бессмертнова, but she had injured. Да. И я танцевал сходу, потому что, к примеру, Катя не могла танцевать со мной, как бы она должна танцевать была с водичем, с кем она работала. Я танцевал второй спектакль Транслей. But it cannot be possible because Екатерина Максимова must dance with Фадеичев in the Giselle, but... Second, я танцевал. Я в секунду перформанс. Но он слабо плавал. Да, он и подвезился, да, окей. But Фадеичев was... Да. Нет, он просто Катя Максимова премьеру никогда в жизни со мной не танцевала, она боялась танцевать со мной, тем более в Нью-Йорке. Знаешь, боялась танцевать. Она сказала, я танцую с Фадеичем, а потом с тобой танцую второй. Yes, yes, yes. Understand, окей, да? Понятно? And Екатерина Максимова was scared to dance a premiere performance with Михаил because she haven't got any experience with the dancing with Михаил, but it happened. Yes, yes. Вот, и я пришел к великому импресарио Соломону Юрку. И сказал, Соломон Израилевич, пригласите прессу на мой спектакль. Хорошо. Okay. And Михаил was met an impresario, Соломон Юрик. Юрик, да. Юрик. Сол Юрик. In the United States, Сол Юрик. Сол Юрик. And ask him to take a TV and... some journalists on performance, and he said that he can dance it. Он сказал мне, учти, Миша, Соломон Юрок мне сказал, учти, Миша, когда приглашаю я, то 50-70%, что напишут хорошо. Когда они приходят сами, или ты приглашаешь, они напишут так, как есть. Я говорю, приглашайте, я уверен. And Solomon said that if I met, if I give them, if I invite them to performance, they must wrote about it 70% good. Good. But you invite them. It must be very lower. Да, как хотят, они скажут, напишут тогда. As they. Да. Я говорю, приглашайте, я уверен. Okay. И прошло, да, и прошло очень здорово. Написали все критики. Великий критик Клайв Барнс. У него замечательная была статья. Клайв Барнс. Или Клифф Барнс. I don't know. Клайв Барнс. Okay. And it was amazing success. Cliff Barnes wrote a very huge and good interview about it, and it was amazing. Okay. So the next question. Как, ну вот, насколько я знаю, и многие говорят артисты об этом, что не каждый артист может стать педагогом хорошим, и не каждый педагог был хорошим артистом. Да. Да, и считаете ли вы, да, что это правильно? Ну, в общем, конечно, правильно, потому что это разные вещи. Когда человек очень способный, или балерина очень способная, ну, естественно, ей сложнее быть педагогом, потому что ей все было легко. Все давалось. Ну, какие-то нюансы, приемы. Ну, она может на них не обращать внимания, потому что она сама летела. И душа летела, и тело летело.
так сказать, другие педагоги, которые где-то предлагали какие-то сложности для достижения нужного на сцене эффекта, они, конечно, так сказать, более углубляясь в сущность педагогики, мне так кажется. Okay. The question was, what do you think is the difference? Is the difference between being a dancer and a choreographer? Is it easy to being a teacher? Mikhail said that that's true. It's very hard to some dancers to being a teacher and. Sometimes a dancer has this soul fly when they dancing like I don't know some kind of god, and but they don't understand how choreography and teaching as at practice. Okay. Так. What inspires you? Что вас вдохновляет? Sorry, я слушаю. Что вас вдохновляет? Yes. Ну вот, когда, допустим, вот, да, грубо говоря, все партии оттанцованы, все, что, чем вы сейчас вдохновляетесь? То есть все равно, мне кажется, балет, он как-то конечен, или сейчас же есть какие-то вещи, которые вас вдохновляют? Ну вот сейчас, очень талантливая девочка, Вика Литвинова по либретто моего сына Лавровского Леонида Михайловича. Она сейчас делает спектакль «Амок» под Цвейгу. Очень сложный философский спектакль. Вот. И мне кажется, что это будет достойно. Замечательные артисты наши. Вот. А занимаюсь этим Леонид Михайлович. Мой сын. А я параллельно сейчас вот едем в Красноярск. Тоже блистательная наша артистка Марьяна Рыжкина. Я на них сделал, меня просила. Я немного сказал, ничего, понятно, или остановиться. What inspires you? There are some performances that in process. For now, one of them is Лика. Вика Литвинова. Вика Литвинова. It will be performance on Stefan Zweig. Stefan Zweig, да. Вот. Окей. Okay. А я делаю, значит, по Тургеневу «Месяц в деревне». По Тургеневу «Месяц в деревне». And the second is for... Трансфер, если мы... Тургенев for a month in a village. Yes. По просьбе нашей замечательной артистки, ныне покойной, и режиссера Веры Глаголевой, по ее просьбе. Asking of Вера Глаголева. Глаголева, it's. Она просила сделать на сцене. Она сняла фильм «Две женщины». И просила поставить спектакль мне на сцене «Две женщины». Ну, вот отрывок тоже сейчас увидят в Красноярске. Отрывок я сделал. Там тоже блистательная балерина, замечательная Марьяна Рыжкина. Вообще замечательные все актеры наши там, кто участвует. Вот два спектакля, которые я делаю. Значит, это драматично? Нет, на пластике все валят. Это «Две женщины» и «Амок». Это идет как, ну, такой, кстати, попытка на философский балет. So, Вера Глаголева, film «Two Women» and a fragment of this film by Plastic and Dancing. Will be performed in Krasnoyarsk. These dates, nearly dates. Да. Ну, два современных балета, я посмотрю, как получится, не знаю, но это сложно, но это интересно. Потом это в Москве, это мы разобьем спектакли, конечно. Там будет камера. Modern performances, and after first performances. It will be in Moscow, and not fragments, but full ballets.
Так, окей. Что у вас со временем? Now или вообще? Когда? Вообще, сколько у нас есть времени? Во Есть? время вообще? Чуть-чуть. Ну, сейчас надо мне, я собираю свои вещи, договариваться в театре, потому что завтра утром уезжать надо, вылетать в Красноярск. Нет, у нас еще сколько есть вопросов задать, потому что у нас-то тут многовато. Ну, какие вопросы? Давайте слушаем. Минут 5-10 давайте. Давайте сейчас. Так. Они могут двигаться там. Все. А, вот вы однажды сказали в фильме, что у нас были настоящие люди на сцене, поэтому мы завоевали миллион сердец. Конечно. Что вы думаете про танцевальную индустрию сейчас, в частности, что бы вы хотели поменять или меняете сами в этом смысле? Ну вот об этом Я хочется. понял, понял. Вот я говорить буду по частям. Да. Смотрите, значит, какая вещь. Все движется вперед. Это правильно. Если не будет движения, это болото. Переводите. We asked that once Mikhail said we had real people on stage and that's why we won millions of hearts. What do you think about today's dance industry and ballet particularly? If you had a chance, would you change anything? And you Окей. said. Да. Михаил said that everything is going on and it's okay and it will be it Should be like this. yes, it will be like this. Будет. Дело в том, что каждая страна, каждое искусство не должно терять свою основу. I think that without moving, there is no life, and all kinds of art will must need his its fun, fundamental Фундамент. Окей. base. И вот наше искусство, начиная с Улановой, допустим, это смысл исполняемого на сцене. And our art, ballet art, particularly if we start from genius Ulanova, you need to live on a stage. Окей. А техника движется вперед. Not leaving the stage, the meaning of the performing. Окей. Что девиз поколения – смысл исполняемого в искусстве. Да. Василий. Ну Да, скажи, ballet. скажи. Ну, Ну the скажи. meaning. Listen to me, my son's with, I'm very speak English, translate. Hello, excuse me. I am listening to your interview, and because I know what about my father says, so the symbol of the drum ballet, or the generation of Ulanov and my father's generation, the symbol was like the meaning of the performing. This is the like the drama, like Stanislavski, the same. The ballet theater and the drama theater was like mixed. И вот что еще. После 56 года, after 1956 years, after, да, когда мы были в Лондоне, то мы поразили весь мир. И замечательные хореографы Запада, ну, допустим, Кренка, Макмиллан, вот таких, да, они стали брать от нас полнокровные большие сюжетные спектакли. Это хорошо, транслей. Okay, and where we at the Europe at London, we had a great success and most choreographers were was take the huge format ballets like we did and performed. И да, и Макмиллан, и да, вот вы знаете, Иван Кренко and Кренко, Макмиллан, да, они стали делать большие спектакли. They were made performances, but Но I think свое
присущи им, особенно нюансы в постановке танца модерн, они не потеряли. But they didn't lost their differences with us. It's like kind of modern modern performances and modern things. Good. Они взяли хорошее от нас, не теряя своего. Молодцы. And they did a very good job. They did not lost their I don't know. It's good. Like they face their own personality. That's all personality. Yeah. Thank you. Okay. А мы, к сожалению, модерна, мы теряем свое. Вот что нельзя делать. Свое терять. Модерн обязательно. Современное видение, то, что блистательно делают и в Лондоне, и во Франции, и в Америке, терять нельзя, брать надо. Но свое терять нельзя. But we have very, not very, we have bad situation with lost our traditions and losing, we are losing our heritage. We can take others, like in London, in New York, some kind of dancing, but we cannot lose ours. Okay. Okay. Вот, это терять нельзя ни в коем случае, потому что, если говорить фигурально, так условно, дом строится долго, а рушится за одну секунду. Мы долго выстраивали наше искусство. Вообще, а разрушить его одна секунда, потом трудно будет все это возобновлять. Терять нельзя свое, никогда. It's like figuratively say you the house was built longer, but you can damage it in one second. So, please continue. Dance is. Танец для вас. Продолжим. Что такое танец? Танец, танец, это... ну, нет, танец это продолжим. Танец это выражение психологии хореографа и артистов на данном этапе, как они видят жизнь и что они видят главное в жизни. So, please continue. Dance is, and Михаил says that dance is how artist and teacher relate on a stage and how dancer see his life on a stage. Да. Психологическое видение. Психологическое видение, да, как психология, как это, что главное? What is the meaning? Так, про мастер-классы. Если кто-то не знает в эфире, что да. 20 и 21 числа пройдут два мастер-класса, mm-hmm. Я тоже планирую быть. Да, от компании Лавровский Лаб. Окей. И от нас на страничке Dance Experience вы можете найти все эти информацию, там все есть. Мы напишем ссылки в описании к этому видео. Uh-huh. Расскажите пару строк о том, что будет. Кому можно, кому нельзя, что? В смысле, что будет? Где? Мастер-класс? Ну как, ну смотря, я всегда, когда даю класс, я смотрю на подготовку актеров. Если актер мало подготовлен, ему нельзя давать сильный класс, он может сломаться, просто поломаться. Я увижу по ходу, это будет урок, будет станок. Смешанный. Что ты говоришь? Это будет смешанное. Это будет смешанное. Мне приходилось в Соединенных Штатах, United States, давать такие классы. Я дал по-разному. Один класс, но профессионалам одно, люди не совсем, так сказать, подготовлены, им другое. Okay, so don't miss Zoom workshops with Mikhail Lavrovsky 21st of November. More details you can find at Dance Experience Instagram page.
and we classes and interviews are supported by Lavrovsky Lab School and Lavrovsky Lab, and we're pleased to see you here and have a lot of fun and interesting, and you can take Mikhail's experience from dancing. So see you soon and take care. Я, наверное, хочу завершать уже наше интервью. Окей. Я очень рада, на самом деле, что у нас получилось с вами пообщаться. Это прям произошло стихийно, но мне очень приятно. Последний раз я видела вас, когда вы приезжали на презентацию книги Владимира Абросимова. Я там тоже была. Да. Да, но всегда очень приятно, когда можешь что-то сам спросить. И люблю. Вот. Я надеюсь, всем сегодня все понравилось. I hope you guys have a very interesting experience and have a lot of amazing thoughts and things. Thank you for watching. Take care and keep on. Спасибо. Thank you, ladies and gentlemen. I want to discuss with you some problem about my work, but my English very bad. Take an interpreter. Very good. Thank you very much. Спасибо. Thank you. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Bye.